высыпала все. Так, берем нашу тарелочку, высыпаем зелень. Главное все делать с настроением, вы же помните? Кстати, я очень люблю этот салатик, я забыла, как он называется. Кто там узнает, или по названию, кто знает, напишите. Так, выкладываем вот так вот наш салат. Вот этот красный, кстати, он горький. Не, есть какой-то красный не горький, а есть горький. Но это с легкой горчиночкой. Ну, для красоты так пойдет. Красивенько. Для разнообразия. Так. Кстати, можно в таком боксе и оставить зелень в холодильнике. Что я дальше сюда добавляю? Рис! Нет, не рис. Нет, это не руккола, зайка, это не руккола. Это как-то по-другому называется. Вот эти лепесточки, я не помню как. Так, у меня есть помытые. Помытые черики. Можно сразу их, конечно, это... Ну, разложить, не разрезая, но я все-таки их разрежу хотя бы вот так вот половинками. Есть сиськи, пусть показывает. Господи, народ, ну вы вот все такие правильные, да? А как на пляже все лежат голые, с раздвинутыми ногами. Я таких видела. Так ничего, всем можно, никто замечания не делает. А дома в красивом пеньюарчике уже все, нельзя, все наказано, плохая девочка. А та-та, нельзя. Игривое настроение у меня сегодня. Так. Нет, не шпинат, по-другому как-то называется. Вот смотрите, у нас уже красиво, но это еще далеко не все. У меня есть оливки. Я очень люблю оливки в последнее время. Когда-то я их ненавидела и не понимала, вообще не понимала. А сейчас я их очень люблю. Вот правда. Вот за границей, например, я... Маслица осталась. Дедурнев. Лёш, тут про тебя спрашивают. Я не знаю. Напишите ему в Инстаграме. Полевой салат, ну почти. Кто же готовит с распущенными волосами? Я, девочки, я, как истинная красивая женщина, с красивыми формами, в красивой одежде, с красивыми волосами. Правда, корень отрос, но ничего, мы это тоже исправим. И с легким таким натуральным макияжем. Я, девочки, берите пример, бесплатно, серьезно. Так, что дальше? Салат называется, возможно, это уже что-то ближе к истине. Так, берем вяленые томаты. Видите, мы все раскладываем в таком, ну, считайте, в шахматном порядке. Ой, не хочет. Так. Он полезный, этот салатик. Ничего вредного в нем нет. Кстати, вы можете добавить то оливковое масло, в котором плавали наши помидоры вяленые. Или же вы можете сделать свою заправку. Горчично-лимонную со специями. Или, например, вот у меня же есть это масло с гарбузового насенья. Маш-салат. О, это маш-салат, точно. По-моему, вот так, да. Ну, вы там в комментариях разберетесь, если что. Спорить я не буду. Вот, есть. Так, сейчас салфеточку возьму. Подождите, не уходите.
Где мясо? Вот здесь. В салате в этом мяса нет. Так, а, я же забыла, это же еще не все. Во-первых, смотрите, его уже можно вот так кушать, заправить только той заправкой, которую вы хотите. Но я сюда еще добавлю отварное яичко. Разрезаем напополам. Выкладываем вот так сверху. Сейчас еще это не все. Секундочку. Добавляем, допустим, душистый перец. Или черный, или какие-то специи. У меня тут специи идут с паприкой, томатами и чесночком. Боже, какая прелесть. Все, наш вкусный и очень полезный салат готов. Запоминайте, тут очень простые ингредиенты. Его очень просто и легко готовить, ничего сложного. Видите, два яичка. Есть помидорки черри, зелень и, конечно же, вяленые томаты и оливки. Вот, и два яичка. Все. Ничего сложного, все просто, вкусно, полезно, диетически. Сейчас нам надо всем худеть, мне в особенности, потому что я все-таки девочка красивая, и красивая, когда худая. Ну и аппетитные формы мне, конечно, тоже идут, но красивую не спорю. Но я считаю, что при таких формах и аппетите нужно уметь готовить еще, девочки. Поэтому этот рецепт очень простой. Я оставляю вам. Еще раз, как приготовить такой салат? Примите душ, помойте голову, сделайте легкую укладку, сделайте натуральный макияж, наденьте пеньюар, придите на кухню, можно еще встать на каблучки. Можно еще и чулочки надеть, где я яйца взяла и базерчик. Ну, это у меня есть свой личный поставщик. Ну, а потом, девочки, приступаем. Основные ингредиенты я уже перечислила. Хотя это все входит в основу. Поэтому всем приятного аппетита. У меня сейчас сядет телефон, но этот эфир я обязательно сохраню. Будьте не только красивые там, на улице, за пределами или где-то в офисах, но еще и дома, девочки.